Сейчас мы с вами сделаем небольшой расклад на страхи. Я спрошу карты, какой страх мешает вам правильно вступить в осень. Что значит правильно вступить в осень? Это значит, что вы сейчас в августе месяце готовитесь к новому повороту колеса года на холода, на осень, на новое время. Каждое время имеет разную энергию. И правильно вступить, это значит вступить уже с ресурсом. С ресурсом на эту самую осень. Это осень, это период мудрости. Да? И что вам мешает правильно вступить в осень, чтобы, ну так скажем, получать дары за ваши знания там, и так далее. Вот, значит, загадайте карты от 1 до 3. То есть карту 1, 2 или 3. Думайте о том, что как важно для вас правильно вступить в осень с ресурсами, и что вам может мешать это сделать, какие страхи. Страхи бывают глубинные, о которых вы не знаете, даже не подозреваете. Есть страхи поверхностные, от которых вы знаете. Под карты номер 1. Сейчас я сделаю так, чтобы вам было видно. Под карты номер 1 вышел страх кладбища. Видно, да? Страх кладбища вышел под картой номер 1. Под картой номер 2 вышел страх замкнутых пространств. Я сейчас немножечко про каждую еще расскажу. И под картой номер 3 вышел страх катастроф. Значит, страх кладбищ. Как может вам мешать, ну, так скажем, да, такой странный страх, мешать правильно вступить в осень? Это говорит о том, что этот страх, как бы он граничит со страхом смерти. Это говорит о том, что вы боитесь сознательно или бессознательно смерти, поэтому не раскрываете полностью свои возможности. Не реализуете полностью свои возможности, где-то бессознательно думая, а ну и ладно, мы все равно умрем. Чаще всего эта тема касается того, что, а почему нельзя делать все, что я хочу, все равно же мы все умрем. А почему нельзя там развлекаться, как я хочу, есть, что я хочу, все равно же мы умрем, да? Вот это часто граничит с вот этой историей, с неправильным восприятием жизни. Страх кладбища, он часто граничит с неправильным восприятием жизни. Вот так, наверное, правильнее будет даже вам сказать. Страх замкнутых пространств. О чем это? Страх замкнутых пространств – это когда человек боится в лифте ехать, боится оставаться часто один дома. Кстати, это тоже об этом история, да? Боится закрытой дверью спать. И, кстати, сюда я бы тоже отнесла и страх темноты. Косвенно, но отнесла бы. Как он может вам мешать вступить в осень, да? Создавать ситуации, панические атаки, повышенную тревожность и так далее, не давая получать желаемое. Потому что тревога – это всегда скованные мышцы. Это всегда не свобода. Это всегда невозможность мыслить правильно и структурированно. Итак, страх катастроф. С чем он может мешать? Поездками. То есть вы куда-то не поехали почему-то. Это не обязательно самолет, да? Это может быть и поезд, это может быть и просто поездка, да, на машине. Просто потому что вы боитесь. Это во-первых. Во-вторых, в сегодняшних реалиях это может быть также страхом войны. Да, это может быть также страхом войны. Потому что, ну, давайте честно смотреть на жизнь правдиво. Сегодня каждый человек по-разному относится к той ситуации, что происходит, но каждый внутри себя, что бы там он ни говорил, он боится. Боится военных действий, боится за себя, боится за своих близких. И не каждый пройдет это испытание с честью и с достоинством. Увы, не каждый. Но вот этот страх, он часто блокирует человека, и он находится в депрессивном состоянии, не знает, что делать, потому что в этом страшном замесе, так скажем, многие потеряли своих близких и потеряли, увы, даже самого себя. Вот, поэтому
Вот такая история. Некоторые вообще запутались, очень сильно запутались и уже не знают, кто друг, а кто враг. Даже такое есть. Вот, поэтому это тоже мешает. Вот такие три страха вышли сегодня. Вспомните, какую карту вы загадывали, 1, 2 или 3. И напишите свое мнение по поводу того, что вот я вам рассказала. Дайте, так скажем, обратную связь.